Аплодисментов бурнейших! Сколько было пройдено этапов! Оксана, ты счастлива? Я очень счастлива. А особенно, давайте мы представимся изначально. Мы ваши ведущие. И сегодня мероприятие ведет знаменитый веган со стажем, а также пародист, музыкант, ведущий Comedy Radio Сева Москвин. Спасибо. Сева, а ты знаешь что-нибудь? Не могу имя твое прочитать сейчас, секундочку. А, актриса, звезда Инстаграма, королева сторис и просто вообще превосходный человек, которого я знаю вот уже 25 минут. Оксана Полякова, аплодисменты! Отлично! Но прежде чем мы начнем, друзья, мы хотим выразить огромную благодарность главе муниципального округа Тверской Якову Якубовичу, Совету депутатов муниципального округа Тверской, директору и администрации сада Эрмитаж, префектуре ЦАО и депутату Тверского округа Денису Середе, а также нашим соорганизаторам благотворительной организации Центр содействия 2000 и, конечно же, Центр ВИТА. Аплодисменты! ВИТА выражает благодарность! Друзья, у нас сегодня очень такая обширная программа, очень крутой концерт. Это все в защиту несчастных животных, которых мы хотим сделать счастливее, более этичному, более гуманному отношению к ним. Посмотрите вот сюда, вот они представлены здесь. И это еще не все животные, которые так или иначе каким-то образом находятся в притеснении и страдают. И мы хотим действительно... Не только мы и Оксана, но и сочувствующие нам люди и организации поддержать и сделать их жизнь лучше. Итак, начинает наш концерт группы, которая сегодня представит премьеру своей песни «За права животных». Приглашаем на сцену наших первых участников – группа «Брауни». И ее солистка Виолетта Райм. Ура!